Приоритетных версий в расследовании крушения российского аэробуса пока нет. Следователи и эксперты рассматривают все варианты. В Египте, куда направлены российские специалисты по безопасности, изучают данные видеокамер аэропорта Шарм-эль-Шейха. Информагентства со ссылкой на источники в воздушной гавани сообщают. Пытаются понять, в частности, не смог ли кто-то в день трагедии обойти барьеры безопасности.